песню, которая имеет интересную историю. Дело в том, что сначала я думала, что Такизис будет петь блюзы. И писала свои тексты под блюзы. Антон даже попытался написать блюз. Потом сказал, нет, знаешь, Лен, я блюзы писать не умею. Давай она будет петь танго. И переделала это под танго. Я долго пыталась сопротивляться, но в результате привыкла. А потом Руслан где-то в сети откопал припасенную, закопанную фанатами версию блюза. Сказал, слушайте, это же круто. Антон послушал, сказал, а правда круто. Я неплохо, оказывается, блюз умею писать. И вот он мне разрешил исполнить блюзовую версию. Скажем так, блюз смерти. Посмотри на нее, посмотри, и не